оставаться в наших студиях народные депутаты Евгений Мураев и Максим Куричий. Ну что ж, говорим вам спасибо, что вы с нами сегодня. И, конечно, вот к важнейшей теме. Суд незаконный, но обжаловать его решение будут. Меджлис крымско-татарского народа подаст апелляцию на вердикт так называемого Верховного суда Крыма, который признал Меджлис экстремистской организацией и запретил его деятельность. Ну вот, господин Чубаров, мы слышим, что абсолютно вот вы готовы уже к борьбе в этой судебной плоскости, да, вот исходя из того, что вы говорите, из самих формулировок, и вот вы говорите о неправомерном решении. Но скажите, мы понимаем, что вот в практическую плоскость это погрузить, ну, непросто, правда ведь, непросто, чтобы добиться результата и цели желаемой. А вот кто может помочь? Ну, я не знаю, это государство. Вот кто сегодня те друзья, которые могут действительно усилить давление на Россию? Ще раз, давайте шукаємо відповідь на найголовне запитання. Хто може допомогти Україні, українцям, Криму, кримським татарам звільнитися від окупантів? Бо я не хочу, щоб ви це приймали як патетику. Якщо ми зараз будемо шукати вихід або можливості, як мінімум, мінімізувати репресії, дискримінації, які йдуть в Криму, але в умовах окупації, це глухий кут. Це ще глухіше, ніж Мінські угоди. Є одна проблема, на яку ми з вами разом не знаємо остаточної відповіді. Як звільнитися від окупантів, як звільнити наші території? Да, ну это главный вопрос, и вы, в принципе, сейчас очертили тему для обсуждения вечернего прайма. Спасибо вам большое. Але я хотел бы сказать, что у вас среди гостей есть пан Мураев, который поддерживал аннексию незаконную Крыму и оккупацию россиянами. Я думаю, что он хай скаже відповідь, как нам звільнити украинскую территорию от России оккупанта. Дякую вам. Ну, безусловно. Безусловно, Евгения Мураева и его позицию мы услышим. Рифат Чубаров был только что с нами на связи, руководитель Меджлиса и народный депутат Украины. Что же отменить незаконное решение по Меджлису? Именно с таким требованием к российским властям обратился комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс. Он также заявил, что и Москва, и оккупационные власти Крыма должны уважать права человека. Господин Мураев, ну, к вам, да, было обращение в прямом эфире только что. Вот что вы там поддерживали? Я бы хотел ремарку просто сказать, да, по поводу поддержки. Я просто всегда представляют интересы крымско-татарского народа, работают как раз не на интересы Украины и интересы крымчан, а работают против них. И вот сейчас, я так понимаю, был просто симметричный ответ. Надо понимать, что любое действие рождает противодействие. И подрыв электроопор, и блокада Крыма, оно, естественно, дало какие-то предпосылки для крымских властей обращаться в суды и что-то там отменять. Но я могу сказать, что если господин Рифат Чубаров не признает законы Крыма, да, называет это как-то по-своему... Но неправомерным решением. Неправомерным, да, решением суда, да, то идя в апелляцию, он так или иначе признает, ну, вообще одну из вертикалей власти судебную. То есть он же судиться будет по российским законам. Я бы посоветовал следующую вещь. Если действительно так сильна его организация, пускай откроет Меджлис один. И пускай туда вступят все его сторонники. И параллельно, конечно, нужно обращаться в европейские суды и доказывать, что их действия, которые были направлены тогда на блокаду Крыма, не являются экстремистскими. Если это получится. Я считаю, что вот именно эти представители своими действиями вот как раз способствовали сепаратизму и отторжению Крыма и крымского народа от Украины. Ну да, просто есть ну вот плоскость действий каких-то личностей, да, и измерение вашего отношения там, к господину Чубарову и так далее. Эти же люди вещают от имени крымско-татарского народа. Вот, вот о чем речь. Вещи. И не весь крымско-татарский народ, да, делал то, о чем вы сейчас говорите. И разные позиции, и разные отношения. Но мы говорим о защите прав, да, действительно, этого населения, которое, ну, автохтонного населения фактически. И вот, вот это важнейшая проблема. Это если стратегия, если стратегия у вас, как народных депутатов, до украинской власти, вот этот вопрос, конечно, сегодня важен для всех нас. Давайте об этом говорить. Ну, еще с вашего позволения, просто мы подключим Максима Куричева, народного депутата от блока Петра Порошенко, все-таки про президентской фракции, да, и вот интересно услышать ваше мнение, стратегия-то есть? Я дуже дякую за таку можливість приєднатися до цієї вашої розмови.
Дуже з великою зусиллям щойно я себе стримав, щоб все ж таки спокійно відреагувати на слова пана Мураєва. Чому спокійно? Тому що я категорично не можу погодитись з такою так званою позицією щодо кримсько-татарського народу і щодо вирішення даної проблеми. Для мене зовсім очевидно, що сьогодні Путін, створює якесь змагання зі своїм попередником Сталіним. Оце для нього еталон, це для нього як батька вчитель і таке інше. Можу сказати лише одне, що кримський татарський народ багатостраждальний, не дивлячись на всі спроби його знищення ще радянською владою в 44-му році і в подальших роках, все ж таки доказав всьому світові своє історичне право не просто на існування, а ще й на розвиток. Це безумовна складова великого українського народу. І завдання всіх проукраїнських, всіх державних політиків України не просто підсипати соль в то полум'я і сказати, що самі винуваті, самі, да ви на себе подивитесь, що ви натворили ще. І завдяки чому це сталося, і окупація Криму, і війна на Донбасі. Господин Курич, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому Росія йде так глибоко в цей тупик? Чому приймаються такі рішення, які емоціонально, політично, може, з точки зрення формальної юридичної логіки, і все нормально для России, скажем так. Хотя, Чубаров не признает этого. Но, с другой стороны, зачем так рискует политически Россия? Ведь все-таки... Особисто я распределяю и поділяю Россию та Путина. А розуміти логіку дій шизофреніка неможливо, оскільки у шизофреніка логіки не може бути, розумієте? І що маємо сьогодні робити ми? Ми маємо продовжувати той шлях, на якому ми вже розпочали. Ми робимо величезні зусилля на дипломатичному фронті. Є успіхи, інколи є, інколи нам бажалося, щоб ці зусилля були більш прагматичними, більш ефективними. Але має визначитися не тільки Рада Європи, має визначитися з цього приводу ще і Організація Об'єднаних Націй, і Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй. І врешті-решт, я сподіваюся, що завдяки той шаленій підтримці України, яку сьогодні ми зробили по всьому світові, і сформували антипутінську коаліцію, врешті-решт це дасть свої результати. Євгенія, як вважаєте ви, зачем Росія йде так глибоко в цій своїй логіці? Тому що сочувствие, которое она может вызывать, оно может быть для юриспруденции не так важно, но для политики важно, даже в международных отношениях. Я тоже не перебивал Максима, но я хотел бы ответить на реплику, а потом на ваш вопрос. Я с уважением отношусь ко всем нациям, которые проживают на территории Украины. И неоднократно говорил, что в первую очередь защита прав и свобод, да, это основная задача, и она прописана в Конституции. Но здесь же вопрос совершенно в другом. Я точно так же выступал против энергоблокады, подрыва опор и блокирования работы предприятий, которые поставляли продукты в Крым, поскольку это потери рабочих мест для Украины. И это в том числе снижение уровня жизни тех граждан, которые находятся сейчас в оккупации в Крыму. Поэтому, когда некоторые политики, еще раз говорю, проводили эти действия, я им неоднократно говорил, ребята, это плохо кончится. Вы в первую очередь подставляете членов своей организации, которые находятся на территории Крыма. И эти действия пришли. А то, куда сейчас будем обращаться, вы, пожалуйста, в Европе кому-то объясните, что взорванная электроопора – это не экстремизм. И если вы это сможете объяснить и доказать, то, наверное, вы отстоите эту правоту. Но я в этом очень сомневаюсь. И я думаю, что в этом очень сильно сомневаются представители российской Фемиды, которые вынесли такое решение, понимая, какой это в мире вызовет резонанс, если доказательной базы не будет. Еще раз, Максим, скажите мне, использование взрывчатки для подрыва линии электропередач – это не терроризм, не экстремизм, блокирование автострад. Это не нарушение законодательства. Пане Мураев. Пане Мураєв, ответьте на простой вопрос. Пане Мураєв, будьте добрі, ответьте на простой вопрос. Я вам нагадаю, пане Мураєв, що минулого року восени Верховна Рада України вперше в історії України прийняла публічно-правовий акт міжнародного значення,
І вперше на офіційному рівні ми визнали дії Росії геноцидом кримсько-татарського народу. Ви, безумовно, за цей акт не голосували. Таким чином ви свою позицію висловили. Максим, я його підтримав, назад сказали, що ви розділяєте режими і народи. Саме тому я не можу продовжувати цю тему і цю дискусію з вами, оскільки дискусії між нами з вами бути не може. Ваша своя позиція, ви там тоскуєте. Це тероризм, екстремізм, а я сьогодні чи це нормальне правове рішення вопросу України? Я за територіальну цілісність України, а ви вистоюєте свою позицію, будь ласка. Іменно поэтому ви віддали Крым и начали АТО на Донбассе. И именно потому сейчас уходит Львовская область и Закарпатье. Потому что послухайте, вы своими действиями являетесь самыми основными сепаратистами. Не дочекаетесь. Не дочекаетесь, вы, пане Мураев. Я знаю, что, мабуть, вы еще до сих пор Януковича скучаете. Не дочекаетесь вы этого. Вот эти речевки, вам должен... Вы очень образованный человек. Мне нравится, как вы работаете в комитете. Вы очень грамотный. Но когда вы выходите и говорите этими речевками, которыми народу уже вот здесь, это смешно. Послухайте, ну ответьте на вопрос, подрыв опоры, это правовой путь или нет? Я знаю, что вы досі называете революцию гідності, досі ви називаєте революцию гідності державним переворотом. Давайте ви досі по цьому висказуєтесь в публичній площині. Я ж теж за вами стежу. Послушайте, пожалуйста, я еще раз повторю. Смена власти неконституционным путем – это переворот. Откройте Википедию и посмотрите. Вы же юрист. Про что можно говорить? Вы же юрист. Про что можно говорить? Людям, наконец, надо говорить правду. И надо признавать ошибки. И надо исправлять эти ошибки. Потому что страна накануне вообще глобального краха. Вы довели ее в экономическом, социальном и в гуманитарном плане. И продолжаете цепляться за речевки, за Януковича, за два года назад, за три. Ответьте на простой вопрос. Взрыв опоры – это экстремизм или нет? Почему столько взрывчатки в стране? Почему полицию бьют, когда она этому препятствует? Мы допустили помилку. Треба було сепаратизмом більш рішуче поводити. Більш рішуче. І цю заразу давити на корню. Ну, смотрите, вот мы действительно здесь вопрос. Я просила вас рассказать о стратегии, да, говорить о смыслах все-таки, как вообще вопрос вот того, как нам с Крымом действовать, как вернуть, что делать, Крым кого на сегодня брать сняли союз. И, да, вот у нас такая дискуссия все, получилась. Абсолютно все политические силы. Вот смотрите, вот этот вопрос уже нигде не поднимается, ни на мировой арене, нигде. Никоим образом не связывают даже санкции, которые вот приезд Нуланд, да? О чем она говорит? Говорила, что если будут проведены выборы на Донбассе и выполнены Минские соглашения, то санкции будут всего лишь до 1 января 2017 года против России. То есть ни слова о Крыме. Этот вопрос на сегодня, чем дальше он отодвигается, тем менее становится актуальным в мировой плоскости. Еще два года назад акцентировал внимание, что никаким экстремизмом и террористическими актами исправить ситуацию нельзя. Но, Евгений, в первую Максимович, очередь очень нужно помогать своему политикам. Народу. У нас с вами этот вопрос на каком месте в табеле о рангах? В нашем порядке? В одном. С каждым днем становится все сложнее и сложнее, и эту проблему решать.